Туристический маршрут «Дорога жизни, дорога победы» начинается от Финляндского вокзала. Во время блокады Ленинграда это был единственный действующий вокзал в городе. И путь от него до Ладожского озера был первым этапом «Дороги жизни». Большинство экскурсий охватывает лишь этот этап, а ведь «Дорога жизни» шла дальше. По Ладоге, в деревню Кабона и далее до железнодорожной станции Войбокола. Позднее, 7 февраля 43 года, начала действовать и «Дорога Победы», которая проходила по Неве через Шлиссельбург до станции Поляны. Цель нашей экскурсии – показать оба эти маршрута целиком. Выезжаем из Санкт-Петербурга по Рябовскому шоссе. Большинство мемориальных комплексов и памятных знаков по пути нашего следования уже хорошо известны. «Цветок жизни» – памятник ленинградским детям, погибшим во время блокады. Аллея Дружбы. Траурный курган, где установлены бетонные плиты с текстом блокадного дневника Тани Савичевой. Один из самых знаменитых памятников легендарной полуторки на Румболовской горе. Монумент «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера близ деревни Ваганово. Музей «Дорога жизни» на мысе Осиновец вызывает особый интерес у посетителей. В экспозиции под открытым небом представлены различные виды техники и вооружения, принимавшие участие в защите транспортной артерии, питавшей осажденный Ленинград. Путь от Осиновца до деревни Кабона занимает около 30 километров. Эти последние километры до Большой Земли были самыми страшными во время вражеской бомбежки. Энтузиасты до сих пор поднимают со дна Ладожского озера останки военной техники. Небольшая музейная экспозиция в гостевом доме и открытая площадка с габаритными экспонатами на берегу Ладожского канала в Кабоне рассказывает о том, как воевали и выживали ленинградцы и защитники героического города. Восстановленный православный храм деревни Кабона является наиболее ярким символом несгибаемой воли человека. В его стенах получали первую помощь изможденные голодом блокадники. Кабона стала спасительным местом для тысяч ленинградцев. В феврале 43-го, после освобождения Шлиссельбурга, начала действовать вторая транспортная артерия, связывающая осажденный Ленинград со страной. Водная переправа была налажена в истоке Невы. Далее маршрут проходил вдоль берега Ладожского озера до станции Поляны. Эти места – свидетели поистине героических событий. О них в полной мере рассказывает завершающая экскурсия музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Здесь же, на преддиорамной площади, представлена коллекция военной техники, поднятой со дна Невы. Туристический маршрут предполагает посещение музеев и мемориальных комплексов. Организовано наземное и водное перемещение, одноразовое питание. Весь туристический маршрут составляет 150 километров и длится около 12 часов.